Всем привет! У нас время день, у меня муж пришел с работы, я поехала в город, насчет справок узнаю в садик. Должны были, ну, чтобы детский делать, насчет садика, справки там о компенсации, о платежах, о все вот это вот, о питании, ну, короче, не знаю, как назвать их. Короче, пришла за справкой. В школе сделали справки, но одну справку неправильно сделали. Сегодня хотела с Оксаной передать и забыла, что переделали ее. Завтра уже сдам, переделают. Ладно, всем хорошего дня. Сходила, взяла одну справочку. Остальные еще не готовы. Короче, дурдом. Ребят, чтобы справку какую-то получить о заработной плате или о чем-нибудь, надо ждать месяц. Вот так вот. Как делать документы, я вообще не понимаю. То одно, то второе, то пятое, то десятое. И везде, куда не сходишь, звонишь, сначала заказываешь, приходишь. То готово, то не готово. То ошибки делают кого-то, как в Оксаниной справке. Отчество поменяли у ребенка. Короче, дурдом полнейший. Из-за этого я ничего сделать не могу. Или в колледже тоже справку уже месяц делают. Вот это вот какого-то питания приходится вот такие вот психи проходить. По-другому не скажешь. Но нервничаешься так, что какие-то справки со скандалами надо выбивать. По-другому не получается просто никак. Они их просто не выдают. Ладно, сейчас иду на остановку и еду домой, потому что я не могу, я себя очень плохо чувствую. Всем доброе утро, дорогие друзья. Делаю детям чай. Сахар закончился. Ну ничего, у меня есть вот такой пакетированный, очень много. Сейчас его буду делать. Сегодня мужу сказала, говорю, зайди купи сахар. Он говорит, ну, пипец. У меня так проблема все еще с интернетом. Мозги мне компенсируют интернет. У нас время 10:30. Я уже разбудила Оксану. Ваня с Мариной уже тоже проснулись. И сейчас это... Оксане в 11:30 в школу ехать. Я тут один день, представляете? Вот мне не нравится то, что Оксана в разнобой. То в 11:30, то в 12:30, то в 11, то в 12. Вот так вот. Каждый раз разное время. И один день я перепутала. Ена была в 11:30, я думала в 12:30. Я отправила ее на один. Когда чухнула, что-то думаю не то. Вроде не тот день, чтобы на 12:30. На расписание-то смотрю, а там 11:30, а время уже без 5:11. Короче, отправила в школу на в 12. Да, пол 12 я ее отправила на автобусе. Ну, немножко опоздала. Учителя предупредила, говорю, что мы время перепутали. Короче, мне вот это вот время вообще не нравится. То, что вот так вот постоянно делают, это какой-то кошмар. Так, три пакетики сейчас выкинуть надо. А такой еще сахар остался. Сегодня муж зайдет, купит сахар. Я сказала ему, говорю, зайди купи. А то что без сахара посидеть. Еще немножко добавить. Слабовато для них. Он любит, когда сильно сладко. Сегодня у Маши день рождения. Приготовила я Машеньке подарок. Поэтому вот так вот. Сейчас хочу... Печку не хочу сейчас топить. Дома тепло. Хочу на плитке поставить, сварить кашу какую-нибудь. Или суп сварить можно на плитке, по идее, по-быстренькому. Чтобы долго не заморачиваться, а по-быстрому. Сейчас, наверное, так и сделаю. На плитке суп сварю. А печку ближе к вечеру затуплю. Все. Удобно вот такое. Вот это у меня НЗ лежит. Пакетированный сахар в пакетиках. Так, пойду деткам дам. Пусть чай пьют. Ой. Не знаю, что делать. Так, вроде все в порядке. Ладно, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Всем хорошего дня. Посадила деток чай пить. Сейчас заплетаться будем, да, Оксана?
Оксана сейчас покушает. Сегодня буду елку убирать. Уже все надоело, она мешается. Кошка ее каждую ночь роняет. Это вообще какой-то ужас. Да, она сегодня в 3 часа ночи ее уронила. И после этого я больше уснуть не смогла. Что, сына? Я ее в коробку уберу на следующий Новый год. Снега у нас, видите, как много. Целые скалы. Сегодня на улице минус 2. Тут Мариночка чай пьет, волосы все никак не хочет пока еще заплетать. Ну, пускай поест, потом заплетемся. Ладно, всем хорошего дня. А время у нас 10:30. Скоро Оксана. Оксана, у тебя час остался, ешь. Потом потихонечку одеваемся. И будешь, да, заплетаемся и будешь в школу собираться. Мама. Все, навели небольшие прятки, полы помыла. Сейчас детки по местам разложат свои игрушки. Койки заправили. Опять надо стены красить. Знаете почему? Потому что у нас в доме живут художники. Эти какие стены изрисованные. Кто у нас художник? Ты? А по жопе ремня хочешь? Зачем на стенах рисуешь? О. Теперь будет мама плохая. Давай, Мариночка, молодец, прибирает игрушечки. Все, помыли полы, слава богу. У нас, кстати, сегодня ребята еще на Асмаше сходить будут на почту. Забрать Василек сегодня пришел. Она себе, ей Василек предоставил на день рождения любое то, что она захочет на выборы. Маша выбрала. Вот так вот. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня. Дорогие друзья, я вышла на улицу, дорожки почистить. Хоть немножко Егорка потом придет, уж получше расчистит. А я так чуть-чуть хотя бы. Маша! Маша на летней кухне где-то. Хотела дать ей телефон, чтобы она поснимала, а я бы дальше чистила. Маша! На, поснимай, а я буду чистить. Уходи, поснимай там Тайсона, еще Машенька, ну рассказывай, что это у тебя? Это приехала подписчица и подарила мне букет. Покажем, какой? Давай, стой, держи. Тут вот такой вот букетик. Тут много-много-много всего у нее. Спасибо большое. Да, тебе нравится вообще? Да. Тебе такой первый раз такой букет, да, красивый дарит? Угу.
Довольная? Угу. Хотим поздравить, у кого сегодня день рождения, тоже в такой же день, как у Маши. Откроет рот хоть немножко. И пожелать всем счастья и здоровья, да, Машенька? И всем сказать спасибо за поздравление. Там в интернете, кстати, очень многие поздравляют. Спасибо большое. Дорогие друзья, Маша так хочет распаковать. Радость у нее, да, Маша? Ты довольна? Аккуратненько режь. Ваня, отойди, отойди. Это Машин подарок, не твой. А Маша уже сама будет решать, поделиться с вами или нет. Я угрехну. Так, там скотч тоже целая куча. Мама, у вас уже есть мой подарок? Бумажку сохраним потом. Можно будет что-нибудь упаковать. Мы сейчас покажу, поможем распаковать. Ну, давай потом мы раскрутим это. Показывай, что у тебя здесь есть. Это что такое? Ну, Ваня, подожди. Чипсы. Ваня. Вот такие чипсы с кетчупом. Ты такие пробовала? Некоторые пробовала, некоторые не, да. Ну, такие пробовали. Да. Это что такое? С солью. Картошка с солью. Это воздушное суфле. О, господи, там столько всего. Супер. Шоколадка. Сникерс. Чупа-чупс. Они все на шпажке закреплены. Это что? Фрутелла. Пикник. Это что такое? Курасан. Там, наверное, какой-нибудь жетончик, да, должен попасть. Мини-курасаны. Жвачка Орбит. Классно. Суперский. О, это мы еще никогда такого не пробовали. Хрустящие палочки в глаза. А, не, мы какие-то другие пробовали. Пробовали, да. Аленка. Баунти. Это что такое? Жвачка. Да. А чупа-чупс жвачка. А это что такое? А, маршмеллоу. Киткат. Там столько шпажек, ребят. Лола. Ванечка, подожди, сына. Чупа-чупс. Сейчас даст она тебе твикс. Печеньки. Орео. И все. Вот такой вот подарок, ребят, был. Ну, там, конечно, у нее еще что, Маша, был у тебя? День. Конверт, да. Вот такой вот у нее подарок сладкий. Ты довольна? Да. Много всего, да? Угу. Ваня, аккуратно шпажки. Давай шпажки убирай. Спасибо большое. Очень неожиданно для Машеньки. А, довольная? Да, Ваня, я дам.